А друзья здесь остались из отрасли, скажем, из, ну, из кино, из шоу-бизнеса? А, кстати, был знаком с Жанной Фриске? Ты спокойно, нет? Мы случайно недавно, это было 2-3 месяца назад, на самом деле, случайно увиделись Дима Шепелев и она, они шли в ресторан, это было прямо на Сансет-бульваре в Лос-Анджелесе. Вот, я сидел со своим большим другом, режиссером, и с собакой своим Селвисом. Я помню, как Дима шел вместе с Жанной в ресторан, и мы, ну, мы знаем друг друга. Мы так пересеклись глазами, я просто качнул головой, понимая, что им не нужно мешать, да. им они не до того. Нужно быть они, да. И, а потом так получилось, что вдруг начался дождь, а я сидел снаружи. Режиссер Мариус, он снимал, как это, «Любовь в большом городе». Только он снимал «Гитлер капут», мы с ним разговаривали иногда вот, как раз на мы, эту тему. Да, как раз. Да, и вот мы сидели, общались по поводу кино нового, и после чего начался дождь, и нас пересадили буквально через стол от Жанны и Димы внутрь. И мы все равно занимались, ну, мы общались, нам нужно было обсудить важные вещи, но перед тем, как уходить, мы естественно, нельзя было ни попрощаться, ни сказать вообще «здрасте». Вот. И я помню, как Элвис, а у меня же, я жалко его сегодня не помню, если бы знал, что не будет сегодня кошек, я бы притащил Элвиса с собой, это моя собака, да. Да, да, это. Вот. И он на Жанну так встал двумя лапами, она его обняла, говорит, боже, какой хороший, какой хороший. Вот. И это была наша последняя встреча, и, конечно, странно. Ясно. Неполиткорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».